Здравствуйте, ребята, добро пожаловать в общую информацию. Каждый день новые актеры появляются в киноиндустрии, и сегодня мы представим вам 10 новичков, которые прибыли в Black Production, компанию, известную своими качественными и эксклюзивными фильмами с хорошим сюжетом. О них вы уже все знаете, поэтому я не буду рассказывать об этом больше. Представим этих новичков. Номер 1. Скай Пирс. Скай Пирс почти год работает здесь, она получает регулярные шансы. Ей 26 лет, она родилась в Британской Колумбии, Канада. Номер 2. Лика Стар. Еще один новенький Лика Стар, которая включена в эту замечательную компанию. Она заслужила восхищение своими фильмами. Она родилась 1 декабря 1997 года в Киеве, Украина. Номер 3. Стефани Кейлер. Стефани – новое лицо в студии, еще не снимала много, но теперь получает регулярные шансы. Ей всего 22, и она из России. Номер 4. Куини Сатин. Американская актриса Куини Сатин начала карьеру в 31 год, родилась в 1991 году и дебютировала в 2022 году. К счастью, она теперь работает с этой замечательной компанией. 5. Милена Рей, еще один потрясающий талант, начал карьеру в 2021 в студию Met Art. Сейчас работает с The Blacked Group. 6. Бонни Гай. Бонни начала карьеру в 38 лет. В это поверите? Это правда. Желаем удачи в дальнейшей карьере. 7. Агата Вега. Агата родилась 12 июня 1998. Венесуэльская актриса много работала, чтобы попасть сюда. Рады, что она с нами. 8. Лили Белл. Красавицей быть – это быть разносторонней. Родилась 11 января 1996 в Калифорнии, США. Лили – актриса, еще писательница. Впечатляет. 9. Фрейя Паркер. Еще один новичок в группе Фрейя, родилась 19 декабря 2000 в Форт-Коллинзе, штат Колорадо, США, дебютировала в 2020, 19 лет. 10. Лиз Джордан. Последняя по списку, но не по значению, Лиз, американская актриса, родилась 12 июня 2001 в районе залива Сан-Франциско, США, дебютировала в 2020. Вот все, ребята, мы представили вам информацию о новичках в Black Production, надеюсь, бурно информативно, ставьте лайки, делитесь и подписывайтесь для больше таких видео, спасибо за просмотр.